Хорошо. Здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо вам, что вы согласились на интервью с каналом Free Latvia. Свободная Латвия или освободим Латвию. Это как по-английски оба значения этим Free Latvia словам. И очень было прекрасно видеть украинские дни. Сейчас происходили на этом круизе шведском Стокгольм-Рига на лодке. И прекрасные украинские дети выступали вчера. И такая ситуация сейчас с Украиной. Вы можете рассказать, что там происходит в Украине сейчас? Что происходит? Происходит революция. Люди не хотят жить по-старому. И революция идет не сверху, а снизу. Идет созревание нации. Сейчас народ объединился, потому что мы не хотим жить так, как было. Сейчас нет проблем, не стоят проблемы языка, всего, восток-запад там и все остальное. Есть вопрос сохранения независимости, целостности державы и самоосведомления, самовызначения. Потому что выросло новое поколение за эти года независимости. Неважно, какие они были, была ли независимость полностью или частично. Или... Самое главное, что выросло новое поколение, которое не хочет жить по-старому. Оно не хочет давать взятки, оно не хочет жить так, как живут в Европе. Не знает, что не все так красиво в Европе, как может быть сверху казаться. Мы знаем и проблемы, какие возникают и в Латвии в том числе. Латвия потеряла больше людей, чем за две мировые войны. Да, и у нас тоже больше 6 миллионов мы потеряли за 20 лет нашей независимости, но это не означает, что эти люди потеряны. Они вернутся. Если мы сделаем систему, которая вернет их. Вот это мы как раз и последние месяцы это показывают. Мы не хотим жить по-другому. И люди готовы отдать жизнь, и уже отдали, за то, что это осуществилось. И все безразличные люди, и я в том числе, и моя вся семья, мы все в этом процессе были в этих горячих точках. Вы можете рассказать, какие организации вы считаете, на которых можно надеяться, что им, может быть, удастся не потерять, не стать опять, как говорится, инфильтрированными властью? Чтобы мы узнали, какие есть в Украине организации, с которыми можно связываться, которые вы считаете... Сейчас очень сложно сказать. Какие может быть организации, потому что люди не верят никому. Никаким организациям, никаким партиям, никаким политикам. Не верят только сами себе. Это показал Майдан, потому что это форма самоорганизации людей. Сами люди организовались. Это хаос. Это надо было видеть, это надо было быть на месте, когда никто никого не заставлял. Люди ехали за свои деньги, и они делали то, что нужно было делать в этот момент. Но и, это как, знаете, революция не делается, но потом планированные ячейки берут власть. Потому что эти, которые приезжают, они не знают, как взять. Вот в том-то дело, да? Ну, сейчас как раз самый сложный период у нас, потому что не дать... повторение ошибки, которая была сделана 10 лет назад во время помаранчевой революции. Вот. И мы это думаем, мы про это знаем и стараемся, чтобы этого не допустить больше. Как это удастся, пока что трудно сказать. Хотя бы про организации, про партии я вам ничего не могу сказать, потому что одной. Мы не верим никому. Никому. Но надо создать. Надо создать хоть одну, где мы можем связываться и помогать друг другу. Я вам могу сказать нашу, это nationalstate.info,
национальное государство .info, nationalstate.info, или Латвия Республика .info. Это по-латышски значит, да? И там у нас есть механизм, как отобрать надежных людей с анкетой, которая 100 страниц. И в этой анкете надо узнать все лояльности человека, на что он способен, компетентность, и какие у него перед этим задачи, которые он уже сотворил, которые можно проверить человека. А самое главное — подписать контракт с вашим народом. Должен быть контракт этого человека с народом. У нас, к сожалению, сейчас больший вызов, потому что вопрос стоит о сохранении государства. И мы имеем внешнего врага. У нас то же самое будет. Который делает все, чтобы это не состоялось. И поэтому сейчас любой способ, он актуальный. Будет какая организация, будет какая партия, все, что работает на государство, на сохранение, можно с ними работать. Дальше прогнозировать очень тяжело, потому что каждый день ситуация меняется. И когда выезжаешь где-то за границу, не знаешь, в какую ты державу вернешься за 2-3 дня. А как, расскажите, пожалуйста, что с этими детьми, которые так красиво тут выступают? Как, вы ведь руководитель культурного центра. Да. И сколько детей, как этот проект, как раз это украинские дни, но было это огромное 10, количество? Это только 10% всех участников в нашем Палаце культуры, потому что... Из Львова это было, да? Да, это Львов. Это Львов и самый старший. Ну, это было 50. 50 только, да? Это мало. У нас... Выглядело больше. Такие замечательные дети. Но вы ездите регулярно и показываете культуру, да? Мы ездим по всей Европе. Они вернулись только из Италии, в Греции. Про Польшу не говорю, там постоянно в разных городах. И в Дании, и в Франции, и в Германии, и в Болгарии, и в Чехии, и в Словаччине. Но как вы ротируете этих детей? Или у вас есть труппа, которая с вами ездит? Или... Нет, это наши дети, наши, которые мои, которые... Но они ведь в школу тоже ходят? Да, в школу ходят. И в свое свободное время приходят, и родители за это платят. И они занимаются 2-3 раза в неделю, и мы имеем больше 30 коллективов, которые больше 1000 постоянных участников. Это и дети, и юноши, но они все равно взрослые в Львове в школу ходят, да? Да, обязательно. Ну, после школы приходят заниматься. Так они выезжают в Европу, типа, одну неделю в 3 месяца, или как это? Ну, или это месяц? Может быть, это может быть месяц в месяц, это может быть через неделю, может быть. Это зависит от того, какие мы имеем возможности, какие предложения есть. Но поскольку детей очень много, и групп очень много, мы меняем группы, разные группы. И как вам удается финансировать это? Это какие-то европейские проекты? Нет, это все мы финансируем сами. В основном это со свои личные деньги. Украинские, национальные? Да, личные прямо? Личные. Родители платят за эти поездки и... Если удается, мы немножко доплачиваем, если не удается, то нет, или мы делаем обмен, нас принимают. Ну тогда, надо сказать, что хорошо, в Украине все еще живется, что такие сильные родители. Потому что они очень хотят. Да. В Латвии, по-моему, это бы уже не потянуло так. Это большой проект, у меня заснято, между прочим, я положу тогда все. А мы сможем с вами еще сегодня поговорить вечером? Или вы остаетесь здесь? Я буду уезжать. У меня дочки тут больные. Ага. И у меня еще отняли внучка. Ага. Знаете, эти ювенальная юстиция. Потому я тут борюсь, мне хорошо. Надо документы делать, чтобы быть все. Хорошо. Но мы уже в связи. И в этом канале Free Latvia вы все это можете увидеть. И ваши прекрасные дети там будут танцевать. Хорошо, там все будет записано. И большое вам спасибо. И будем работать вместе, чтобы наши народы были суверенны.
и чтобы мы были в одной связи и систему делали, которая суверенность нам отдала. Мы с коллективом не первый раз в Латвии ездили на фестивали, но вот в таком проекте первый раз, и сейчас контакты личные, все осуществлять только через личные контакты. Да. Ты мне понравился, я тебя пригласил. Да. Ты мне не понравился, я тебя не пригласил. И если я понравился, значит, меня пригласят это второй раз. Прекрасно. И третий. Я только покажу ваше имя нашим зрителям, чтобы... Большое спасибо вам, Игорь. И вам спасибо. Всего хорошего, удачи. Я должен догонять. Да, догоняйте.